Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, почему необходимо чипировать питомца. Чипирование – это современный способ идентификации животных. В России многие владельцы собак пока не знают, что такое чип и как он работает, но в крупных городах большинство клиник уже выполняют эту процедуру. Процедура чипирования безболезненна для питомца, но он может немного испугаться, поэтому стоит его успокоить. До изобретения чипов использовали клеймо, оно схоже с татуировкой у людей. Эта процедура болезненная, а также возможно занести инфекцию. Также внешний вид питомца портится, что не очень хорошо для выставок, ведь клеймо делают на видном месте. Чип в этом случае более безопасен. В чем его преимущество? Если вы хотите взять своего питомца в путешествие, то чип вам понадобится. Чипирование животных нужно при выезде и путешествиях за границу. Без установленного микрочипа невозможно пройти паспортный контроль и выехать из страны. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Главная задача микрочипа – идентифицировать животное. Именно с его помощью подтверждается подлинность животного на выставках и подтверждается его родословная. Чип дает возможность быстро и просто найти владельца. Если ваш питомец сбежит или потеряется, то с помощью чипа нашедшие его смогут узнать всю информацию о владельце. Введение микрочипа происходит очень быстро, в течение минут или даже секунд. Процедура не требует специальной подготовки и условий полной стерильности. Главное, чтобы процедуру выполнял профессионал. Чипирование – это просто, быстро и безопасно. Плюс этой процедуры очевидно. Крошечное устройство, никак не беспокоящее питомца, позволит избежать массы проблем. Чипировать можно здоровое животное в любом возрасте. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.